И еще о спорте. Финальный турнир первенства России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги состоится с 3 по 10 марта на стадионе «Строитель». 8 лучших клубов в играх между собой определят победителей. Команды, занявшие первое и второе место в следующем сезоне, получат право выступать в Суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом. В турнирной таблице сегодня Мурман делит первое место с клубом «Вымпел».